среду утром фьючерсы США указывают на повышение акций в начале торговой сессии. Сегодня выступят ключевые представители Федеральной резервной системы США, а затем будут опубликованы данные по рабочей занятости вне сельскохозяйственного сектора. А также сегодня выйдут автоматически генерированные данные по рабочей занятости и данные по торговому дефициту. Завтра инвесторы ожидают данных по заявкам на пособие по безработице. Доллар США колеблется относительно основных конкурирующих валют. Курс пары евро против доллара повышен на 0,33% и составляет 1.1212. Фунт на 0,02% повышен относительно доллара США. Его стоимость 1.2729. Пара доллар против иены повышена на 0,05%. Курс пары составляет 102.94.10. В фокусе внимания у наших аналитиков сегодня пара евро против фунта. Пара держится в рамках бычьего канала и опирается на поддержку восходящей и скользящей средней за 50 периодов. Поддержка находится на уровне 0.8765 и ожидается дальнейшее повышение до отметок 0.8865 и 0.89. Металлы понижаются. Золото может дать технический отскок, но он будет ограничен точкой сопротивления в виде снисходящей 50-периодной скользящей средней. Уровень сопротивления 12.87 и ожидается дальнейшее понижение до отметок 12.57 и 12.49. Серебро повышено на 0,7%. Унция серебра стоит $17.90. С вами был Даниил Векслер. Вы смотрели Trading Central Web TV.